Мы хотели как лучше. То есть с тяжким звероподобным рвением. Чего? Ничего, дальше давай. Лебедева это, когда мы в хату вошли, давай орать. Угу. Ну и получила по жбану в легкую. Так она ж, сука, не поняла и пошла в полную несознанку. Давай нам гнать, что, мол, не знаю ни про какого барона, ни про его картину. Угу. Ну, конечно. Ну и чтобы память-то ей освежить, пригласили ее в спальню, ну и натурально поставили на хор. Угу. Ну и бутылочкой побаловались малость. Кто ж знал, что этой суски сердце слабое. Она он взяла, да ласты склеила. Вот тут-то мы и прибздели малость. Чего? Чего вы прибздели? Вас, Виктор Павлович. Это я не тебя, гусенок, это я себя бью. Потому что вы ничего не умеете, и я это знал. Потому что надо было дождаться черепа, я это знал. Потому что людей вокруг меня мало.